О, здорово! Почитал? Почитал? Здорово. Что именно? Ну, Мюнхенский сговор. Ты ж пошел читать. Да я ебал, это Мюнхенский сговор. Я откуда знаю, что там? Я же не помню. Ты ж пошел. Я просто помню, что тебе фон такий, что тебе подобается. Я думал, ты пошел читать, просвещаться, ты забил болт. Мені достатньо, що Росія напала на Україну, все, і вона не права. Да, тож там якісь соглашення. Хто тобі це сказав? Ну, типу. Вот, типу, зараз іде. Це той тип, який каже, ну, а, ти може не помниш, що задній фон у нього кухня, типу, стара, якась совєтська, там. Там... Ти ж не розмовляв? Ні, а... я розмовляв з ним, я не помню коли вже. Так а що ти знав, що Росія напала? Де війна йде? На якій території? Тут вопрос, хто напав. Тому що війна йшла на території Германії. Ну, війна йшла на території Германії. На чій території? Війна йшла на території Германії, но Германія напала. В українсько-російській війні? На Германії? На території? Ні, я к тому, що не важно на якій території, важно, хто напав. Важно, дуже важно. Ну, чому? Гітлер напав на СССР, а потім на його території війна була. Напал ты, Гитлер? Со временем, со временем, когда Красная Армия и союзники в составе антигитлеровской коалиции, то да. Но, и тут со временем. Понимаешь, там прикол, что сейчас мы кажем про российско-украинскую войну, а не про Гитлера еще кость там. Я тебе говорю про факт, на чьей территории. Это не... Территория не означает, что кто-то напал. Кто, ну, первую агрессию? Кто первую агрессию проявил, тот и напал. Россия. Какого числа? В 14-м году, в феврале месяце, число не скажу честно, не помню. Как она это сделала? Напомни, я забыл. В Крыму там что-то, какие заварушки, я не знаю точно. Там военных действий не было, там никто не стрелял. Зеленые человечки захватили Крым, аннексия Крыма. Не, военных Google действий проверяется не вот так по щелчку. Военных действий не было. Яндекс. Военных аннексия действий Крыма, типа, она без крови была, если что, я знаю. Не, как аннексия, это военный захват чужой территории, аннексия. Вот, ну, а ты что такие? А это Крым. А Крым як отошел до России? Крым ушел из Украины, вышел из состава. Потом стал, пошел в Россию. Сначала он стал нейтральным, ну, грубо говоря, сам по себе, а потом в Россию пошел. По какому закону? А по закону Крыма. Так, не, типа референдум Крыма, ты можешь Крыма, на вас? Да, референдум. У Крыма есть конституция. И по конституции Крыма Крым сам решает внутренние Крыма проблемы. Да. По референдуму Крыма? Так такого нема. Нема чего? У Криму був референдум, але вони могли порішати в рамках референдуму, типа, приймати вулицю. Ні, не рішають. Бля, зараз заберу, подожди, зараз, секунду. Давай, давай. Ладно, хай. Да ні, все, не пішли. Хайляпка так, хайляпка. Да. Они свои, как это называется, республиканские дела решают сами. А это был как раз вопрос нема республики. Такого. В смысле, в Конституции написано. Республиканские, то есть они могут отсоединиться. И местные, ну, по референдуму они вопросы республиканские и местные решают сами. Ну? Когда украинская конституция перестала работать, начала работать конституция Крыма. Куда это было? 22 февраля. Она перестала работать. 22 февраля перестала работать. Классно, кстати, мне тебе дата, скажи. 14-го года 22 февраля и 22-го року 22 февраля. 24-го, в смысле. 24-го, да. Ничего так, да? Совпало. Ну, типа, на 2 дня разницы. Ну, совпало. 22 дня разницы. Ну, это же вопрос, разницы. Это же вопрос-то все к вам. Это же вы все делаете. Вопрос в том, что вы не разумеете, как против закон и по какому закону это все отбывалось. Не, по какому закону был Майдан? Вот там... Люди стали проти того, що вони не хочуть цієї власті. По якому закону, я спрашиваю? По якому закону? По якому закону? По якому? Люди на самоопределення. От що ти мені на це скажеш? Такого нема, а я тобі не вірю. Який закон сміщати президента? Неконституційний. Це що за закон? Який сміщати президента? Він с**ся. Він не вийшов на роботу. Все, не вийшов, не вийшов на роботу куди? Він президент України?
Да, это его работа. У него, у него рабочее место Украина, правильно? В него место, где он работает, это офис. Это где прописано? Там кабинет, я не знаю, как это правильно называется. Это где прописано? Там, где, ну, офис его. А если он, допустим, приехал в другой город на какую-нибудь там, не знаю, на конференцию, все, он не на работе? Він на роботі, він там поїхав по якомусь відрядженню, ще по чомусь. Я там, ну, не знаю, як це оформляється. Це президентські моменти. Ну, от йому дзвонили, він не приїжджав, не відповідав. Його ніде не було, його ніхто вас не міг знайти. Що, нема, вас отак. Порошенка дві неділі іскали. Чого його не сняли? Де? Коли? Коли його іскали, все СМІ не могли знайти цього Порошенка, а він віддихав где-то там. На Мальдівах, що ли, уїжджав. Він тільки про Україну. Здравствуйте, ваші всі СМІ орали. А що Путін обіцяв не піднімати пенсіонний возраст? Куди ти поскакав? Давай ти поскакав? А куди ти поскакав? А що ти тільки про українські Путін? Проблеми? Давай, ну, про ваші проблеми. Ну, ми эту просто проблему не договорили. Давай. Путін, коли обіцяв, він до кінця срока не піднімав. Він обіцяв, що на його сроки не буде. Все. Він сказав, за моє правління, тож, ну, я буду президентом. Потім був Медведєв. Пенсіонний возраст не буде повышенный. Ну, потом после него был Медведев. Каже, ну, нам надо поднимать. Поднимать. Ну, блин, надо. Смотри, но ты, допустим, хочешь сказать, что тебе завтра... Нет. Ну, смотри, тебе завтра надо куда-то сходить. Ты говоришь, малая, я тебе клянусь, завтра пойду. А потом завтра херак и ураган на улице, и ты не пошел. Ты, получается, все, говно? Обманул? Зависит от ситуации. Что я должен сделать? Вот, зависит от ситуации. Тогда ситуация, когда он говорил, что до конца своего этого срока он рассчитал, что он не будет. А потом прошло много лет, ситуация изменилась. Він... Ураган уже прошел, и тогда пришлось сделать так. Он уточнял, что так до конца уточнял, своего срока... конкретно за цей. До конца своего он срока не сделал. Він не уточнял, что до конца своего срока. І коли за моє правління, ну, там можливо там закінчилось його правління. Слово відмінка відрізняється. За моє правління, ну, воно пройшло же, типу, президент. Не буде. Ну, повышення його прошло. Він прийшов ще раз. Ну, от коли ще раз прийшов. Все, ситуація вже з тої ситуації правління. В тій ситуації все помінялось, все змінилось. Все, тепер вже друга ситуація, другий срок. Все, считай, что другой президент пришел. Там же и у нас же проходят выборы. Выбираем нового президента. Ну, просто он же. Но президент как бы новый. А, то есть он уточнил, да? Что, типа, он сказал, что за его. За его. Ну, да, это за его. Он же рассчитывает свой какой-то определенный. Сейчас вот он отчитался до 30-го года. Сейчас он отчитался до 30-го года. Вот его сейчас будет срок до 30-го. Он уже какие-то планы наделал. Эти планы до 30-го. То, что будет за 30-м годом уже, он, ну, как бы, откуда он может знать, что будет за 30-м? Он пытается вот предугадать за это время, за свое правление. И какие планы в него? Ну, посмотри, там же много, там, 2 часа интервью. Хочешь? Я не хочу дивиться. Ты же не дивишься нормальных источников. Я тебя это не питаю. Какие у него планы? Я хочу подивиться. Много, там что-то сделать, там, ну, я что, помнишь, там очень много, что? Большой список, очень большой список. Что сделать? Жизнь будет лучше, ну, так я скажу. Россия встанет с колен, да? Нет, Россия-то уже встала с колен. Сейчас уже будем всем остальным помогать. А в каком плане? Во всех. В агропромышленности, в это. Например? Пятая экономика в мире стала. Была на 7-м, сейчас на 5-м. Первая в Европе, да? Первая по в Европе. Пятая. По миру 5-я. Угу. Японию, кстати, будем обгонять, да, по-моему, в этом году или в следующем сказали. Японию обгоним. Будем 4-м. Японию обгоним. Ну, кого, Японию? Японию обгоним, да. Ага. А у вас что там, у вас президент что обещал? Закончу войну? Что там еще? Дивись, разница между тобой и мною, я того разу не успел договорить, что я тебе кажу, что мой президент и правительство, а ты этого не можешь сказать, потому что ты кажешь... Почему могу? Я могу. Твое правление могу. У меня президент и, блядь, правительство Твой президент хуй, правительство уебан, я тоже могу сказать. Ну, бач, ты не можешь просто это сказать. Все. Вот, я же тебе говорю. Травка. Я же тебе говорю. Твое правительство и президент уебан. Путин хуй, да, согласен. Нет, тоже. Смотри, здесь вопрос в чем. Тоже ты сам. Можешь сказать про свое правительство, что они уебан. Почему? Не крутый. Не крутый. Ну, я же тебе объясняю. Очень ты нельзя. Можешь нельзя. Сказать, что твое правительство уебан. Почему? Потому что они уебан. А я не могу сказать про Путина, что он уебан. Потому что он красавчик. Понимаешь, в чем разница-то? Бо в тебе мозгів не хватает.
Не хватает мозгов на что? Понять ситуацию в твоей так краине. Я и понимаю. Я понимаю свою ситуацию в своей чувак, краине. Чувак, и ты бы Путин... Сколько Россия развязала войн с... Давай, перечисляй. Першого року. Перечисляй. По зараз. Перечисляй. Скільки він перечисляй. Ну, перечисляй. Нисколько. Ну, я тебе питаю. Це нисколько? Моє питання. Нуль. Ні одної. Юль, треба Google срочно. Google срочно. Юль, надо Google. Да. Без Google не справимся. Юль, надо Google. А ти помовчи. Якщо ти не знаєш... Давай. Розв'язані Росії Google. Війни. Давай, по списку. Okay, я в Google зайшов, смотри. Окей, Google. Розв'язані Росією війни. Там в тебе хуйня. Давай. Ти можеш... Розв'язані Росією війни. Не хочеш реагувати. Ти можеш вручну написати. Залупа, мені так голосовий помічник. Даже Google такое искать не хочет. У меня лень! Дай мені тоді. Не дам. Даже Google искать не мене. Хочет. Я знаю. Окей, Google. Развязываны Санте, спасибо за джамбу. Войны. Результаты поиска. Ноль. Ну, так, результати поиска. Сейчас я веду сам. Ноль. Давай. Будем по списку прямо сейчас Google проверять. Да, сейчас буду. Бля, там какой мне телефон забрал, алло. Мотя, что с того укуса у меня будет минус татуировка, тебе пизда. Что там список, я смотрю, здоровье больно. Це, у мене iPhone, а це Android. Я типа не сильно. Ой, слушай, давай не надо, а? Да. Итак. Давай. Що тут так? Так. Готов. У цьому сайті наведено неповний перелік війн та збройних конфліктів. А що неповний? Ні, конфліктів або начатих війн. Ти давай там конфлікти мені не треба. Начаті війни. У цій статті наведено неповний перелік війн та збройних конфліктів за участі Росії, російського народу та регулярної російської армії. В періоди, коли існували незалежності російської держави від античності до наших днів. Я шукаю конкретно Росію. Да. Не СССР, шукай. Не там імперії. Коли Росія розв'язала війну, да. Шукай, давай, перевіряй. Поїхали. Російська Федерація. Так. 91-93 рік. Грузія, Росія. Війна. Грав'янська війна в Грузії. Петро, давайте. Конфлікт. Що написано? Давайте все перечислю, а потім... Ні, давай по очереди, а то зараз ми ще, я забуду потім. Давай ми перші. Як називається? Прям по списку чи любу на мій вибір? Ну хочеш вибери любу. Угу. Хорошо. Зараз виберу. Тут багато чого. Я намагаюся вибрати, що мені подобається. Просто. Давай. Вибери яку любиму твою. Ну, типу, я виберу те, що мені ближче, да? Да. Те, що я більше знаю. Давай. Російсько-українська війна. З 2014 року по сьогодні. Это ти не витягнеш, ти лучше щось інше знайди. Не витягнеш? Ну, я тебе назвав збройний конфлікт, війну. Ти сказав, що ти мені скажеш, де Росія почала війну. Ти сказав, скільки Росія розв'язала війн. Я сказав, ні одної. Ти сказав, що це розв'язано, що війна. По пальцям прочитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 тільки те, що я бачу. Це смотри, не повний список. По поводу того, що зараз йде війна. Це контриться одним дійством. Суд ООН 31 января 2024 года постановил, що Росія не є агресором. Все. Російсько-українську війну забудь. Давай другу. Тут ти де проіграв. Таке можна подивитися? Давай. Тут ти проіграв. Другу війну давай. Де таке можна подивитися? Як мені в Гуглі подивитися? Ну, забивай. Рішення суда ООН.
Почекай. Та як цю хуйню виключить? На русском языке пиши, а то не знает он. Украинский. Решение суда ООН 31 января 2024 года. Давай я гуглю. Юль, як? Блядь, ці кнопки три, я не понимаю. Да чу ті кнопки, ти мікрофон, только я на русском говорим. Я в цьому блядь, я не понимаю, для мене це непонятно. Мікрофон і на русском скажи. Не на українському, давай я включу. Чекай, дивись. Я зараз клацую мікрофон, і ти диктуєш, і воно тебе слухає, давай? Давай. Час, секунду. Я от клацую і говори. Рішення суда ООН 31 января 2024 года. Окей, Google. Чо? Я не знаю, я сейчас отдам владельцу, сейчас она что там? Проверьте з'єднання. Зачекайте, сидит тут, сидит не чекает. Проверьте з'єднання з інтернетом. Ти намагаєшся вийти, що Україна винувата. Я тебе кажу, вот Росія винувата, ти кажеш, ні, давайте за Україну. Так я ж тобі говорю, що рішення суда є. Це не я тобі говорю, це рішення суда ООН. 31 января 2024 года. Согласно источнику France Diplomatie, Франция приняла к сведению решение, вынесенное Международным судом ООН 31 января 2024 года города по делу между Украиной и Российской Федерацией об осуществлении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Дай мне это почитать. Ты что, ты вроде нашла нормально. Да? Куда оно пропало? Назад меня включи. Ты скажешь, вот эту кнопочку. Открывай. Ага. Открывай, прям все открывай. Давай еще раз. Продиктуй еще раз, что ты диктовала, потому что я что-то нажал, я не знаю, что она пропала. Вот ты что-то сказала? Решение суда ООН 31 января 2024 года. Согласно источнику... Выключи голос. Выключи, заходи на сайт. Он напиздило просто. Заходи. Подожди, белый экран грузить. Так, Франция приняла к сведению решение. Да ты не Францию ищи, найди решение само. Решение суда ООН 31 января 2024 года. Что ты про Францию читаешь? Ты читай. Украина, Россия, решение Международного суда ООН. Все. 31.01.24. Оно? Да. 31, да. Тут... Капец, сколько всяких моментов. Ну, типа, тут надо читать и не прочитать. Украина, Франция, Украина-Франция осуждает российские удары. Да ты Францию читай, читай. Вот, смотри, вот, почитай главу. Украина, первый визит министра Европы и иностранных дел в Киев, 12.01.24. Украина. Читай. Осуждение новых массированных ударов со стороны России. Читай. 2.01.24. Ну, читай, шапку читай. Сообщение МИД России 31 января 2024 года об отказе Международного суда ООН признать Россию государственным агрессором в ДНР и ЛНР, нет, террористическими организациями и основными обвиненными Украины, или что это там? Давай я тебе прочитаю. Сообщение. Я последние два слова. Об отказе Международного суда ООН признать Россию государством-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями на основании обвинений Украины. То есть отказ суда признавать Россию агрессором, а ЛНР и ДНР террористическими организациями. Международный суд ООН отказал. Он признал Путина преступником, он не признавал. Россию, типа, ну... Да? Он не признавал России Путина преступником. Ты чё? А, то бишь он не есть политическим преступником в мире. Он не признавал. Он может полететь во Францию, да, в Германию. Это ты путаешь, это МУС. МУС — это Международный уголовный суд. Который, кстати, Украина не, ну, она не ратифицировала его. Она в нем не состоит. Угу. И Америка Россия не тоже, состоит. Да? И Россия не состоит. Америка не состоит, Россия не состоит. Украина не состоит. Я тебе могу любой факт назвать, любого года, тут все расписано. А ты, давай, мне показываешь, что-то там ООН
не подтвердила. И что дальше? Я тебе говорю, другую войну назови. Это война, вот, решение Международного суда ООН. Россия не агрессор. Россия не агрессор. Другую войну, список за участь России. Давай другую. Войну, то бишь ты признаешь, что это война. Россия, это война, далее, уже все признают. Что Россия начала войну. Далее. Да, начала, согласен. Давай. Какую? Перша чеченська війна в Дагестані, друга чеченська, російсько-грузинська війна. Вибираєш, тобі подобається взагалі. Не, ти вибирай, це ж твій конкурс. Хорошо. Друга чеченська війна, 1999-2009. Друга чеченська війна почалась з того, що... Вторая чеченська війна. Да, вторая чеченська почалась з того, що Басаєв зі своїми бойовиками зайшов в Дагестан, занял больницу, постреляли кучу людей и с заложниками потом уехали обратно в Чечню. С этого началась вторая чеченская. Где Россия виновата? А Чечня была в составе России? Конечно. И не выходила. Ага. Она входила... А может, она хотела выйти? Не, она не хотела. Не было референдума. Это Дудаев самопровозгласил. Так давайте проведем. Нет, давайте мы сейчас ищем. Ну, проведи. В Чечне уже был референдум. Давай проведем. В Чечне был референдум. В Чечне был референдум месяц назад. Даже меньше. И что? По поводу чего это было? 99%, 99,7% проголосовали, что президент у них Путин. 99,7%. В Чечне проголосовали за Путина. Ты в это веришь? За что спал? Верю в что? Андрій упав. Як? В ці відсотки, ти віриш реально? 99,7%? 99% офіційна, офіційна інформація, офіційна інформація. Офіційно, такого ніколи не буває. Чому нема не буває? Такого. Кроме, не буває? Кроме стран, де є диктатор, такого ніколи не було. Так це не в стране. Наведи мені приклад. Це в республіці, в одній республіці проголосували. В одній республіці. Наведи мені приклад. Просто в любій країні, за будь-який час, де було, ну, смотри, не там, де диктаторська хрень була. В Азербайджані, там, де... в Азербайджані 92%, весь Азербайджан 92%. У нас 87%. Ура! Дякую. Азербайджан диктаторська країна? Азербайджан, я не знаю, чесно. Ну, я думаю, що не дуже. Не, ну, вот, у них 92%. У них 92%. 92% на всю страну. У нас на всю 87%. Ж просто. Ти не бачив відео, як підкидували бюлетені. Ти не бачив, як заливали зеленка, ти не бачив, як палили. Ну, як заливали зеленкой, я бачив. Но это не подкидывание, это наоборот уничтожение. Это значит еще меньше процент. То есть, значит, было больше. А як підкидывали, не? Нічого так? Как подкидывали, нигде нету, ты че? Юль, у них нема. От вони де нема. Знаєш, що таке? Я ж тобі немає відоса там, де. Я ж тобі об'яснив, що таке екзит пол. Екзит пол, знаєш, що таке?